Престольный праздник отметил старинный Краснодарский храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Построенная в XIX веке, поруганная в годы безбожия, сегодня эта церковь вновь принимает прихожан. Торжественное богослужение возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В день памяти иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» приход одноименного храма Краснодара встречал правящего архиерея, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. 20 лет назад здесь была совершена первая божественная литургия после десятилетий забвения и поругания. Восстановлена святыня сия благодаря трудам и заботам настоятеля его протоиерея Алексея Касатикова. Несмотря на будничный день, храм полон народа Божьего. Полюбилась эта больничная церковь к горожанам. Кстати, соучаствовать в совершении владыка литургии в этот день пожелало множество городских священников. И при таком большом стечении духовенства владыка-митрополит рукоположил сан иеромонаха и иеродиакона Климента. Божественная благодать, всегда немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая, пророчествует Климента. Благоговеннейшего иеродиакона, во иеромонаха. Кстати, храм во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» – старейший каменный храм Краснодара. Ему более 200 лет, а для Кубани – это возраст. К тому же храм построен в память первых казаков, заселявших Кубань и почивших некогда в здешней войсковой богадельне.